Добрый день, сегодня очередная распаковка, таких вот 4 посылки. С какой начнем? Большой. Вот это, да? Ну ладно, давай. Оп, оп, оп. И что мы имеем? Что там такое? Так, черепашки. Все, достаем. Итак, ага. Кого мы имеем? Ух ты, они какие большие. Смотри, кто это? Это Микеланджело. Да, Мик. Рики не помню, интересно. Рики. Это. Дони. Дони. Стоп, они Сима. Да. О, отдельно запакованный. Кто там? Это Шредди. Это кто? Это Раф. Так. И. Леонардо. Отдельно запакованный. Леонардо. Так. Это второй набор черепашек, которых я заказывал. Ссылка будет в описании. Сейчас вот. Вот такой вот он. Вот такой вот наборчик. К сожалению, в этом наборе вот эти две черепашки. Как их зовут? Раф и Лео. Да. И Микки. Плохо стоят. Ну, в принципе, там можно подстроить так, чтобы поставили. Но сейчас времени нету. Этим заниматься. Вот такой набор. Павлик, дай ту крысу. Ту крысу, какую-нибудь черепашку. И черепашку. Черепашку. Любую одну, дай. Просто покажу для сравнения. Ну, допустим, тут в первом наборе крыса вот такая. Какая-то она. Сравните. Так. Итак, вот из разных наборов. Хвост оторвался. Зачем оторвали хвост? Дай, подожди, Тань. Хвост. Так, и да, вот. Блин. Это черепашка из одного набора, это вот из другого. То есть разница существенная. И на ту я дам ссылку. В описании. Так. Такой наборчик получился. Прислали, точнее. Так. Следующая маленькая посылочка. Открывай. Так, здесь у нас будет карта памяти, если не ошибаюсь. Вот такой вот, да, уровень. Показаны всякие какие-то показатели. Это карта памяти Samsung. Ну, как пишут. Тут это разные для кого? Показания. Для нас, папа? Нет, Kingston, Samsung, Xiaomi, Facebook и Facebook. А зачем эта карта тебе? И всякие... Вот, посмотрите, я не всем разбираюсь. Тут... На английском вот. И на русском. Что является крупнейшим поставщиком электронов аппаратных средств готовой продукции. Xiaomi, Samsung, Kingston. Дай. Парень, дай. Чего? Ну то, что ты не достал. А, вот ножницы? Вот это? Вот это. Вот она такая карточка. Упакована очень хорошо и красиво. Запакована. Вот она маленькая тут торчит. Кстати, очень-очень красиво все сделано. Но я так полагаю, что если так красиво запаковали, значит и качество хорошее очень будет. Дай ножницы. Дай. Тут показано, где открывать. Так. Я ее тестить не буду сейчас. В следующем видео я ее покажу. Может, через неделю, как она работает. Может быть, и протестю. Так, тут как-то вот указано, как ее достать. Ладно, я лучше просто разрежу. MicroSD на 32 гигабайта. Все, давай. Ой, вот. Дай карточку. Единственное, что я сейчас сделаю, сейчас ставлю ее в телефон. И покажу, как она. Так, все, ставил карту памяти в телефон. Да, открывай следующую посылку. Карту, если кому надо потестить, кто хочет, чтобы я ее протестил, снял следующее видео про нее, то пишите в комментариях. Так, я тем временем, не знаю, сделает или нет, потому что она встала, все работает, пишется у нее. Давай, открывай следующую посылку. Кто это? Она такая детская. Сейчас, давай, открывай. Итак, что мы имеем? Мы имеем вот такие
Маски. Одевай. Покупал их на Алиэкспрессе. Не хочешь, как хочешь, Кятин? Ну как, пойдем маму пугай? Давай, пошли. Так одевай тогда. А мама сначала... Довольно забавный, кстати. Дай маску. Запаха вообще нет никакого. Вот реально. Мягенькая такая здесь. Пока пить открывать. Павлик, пить на. Так, мягенькая, довольно сделана очень качественно. Волосы такие. Открывай пока. Только аккуратно. По целлофану, да. Какой целлофан? Вот, открывай. Вот такие красивые масочки. На Алиэкспрессе ссылку дам в описании. Так, иди сюда, Павлик, давай. Ты уже открыл. Там уже... Там дальше не надо, тут мягкая вещь. Поэтому... А почему? Потому что мягкая. А что там? Итак, мы имеем... А что мы имеем? Мы ничего не имеем. Вы ничего не имеете. Не все же вам. Теплые зимние штаны. Для езды на велосипеде. Сейчас их померю. Скажу свое мнение. Что пока обезьянки тут прыгают. Так, штаны подошли мне как раз. Вот, пожалуйста, здесь карманы. Карманы так себе, честно говоря. Тут какой-то... Да чего-то не знаю. Так, штаны мне подошли. Тут какая-то марка указана, Нинг. КГГ XL. XL, кстати. Вот здесь мех. Так, кармана только два. Ну, в принципе, не надо мне ездить на велосипеде. Такие они тяжеленькие. Да, два кармана. И меховые. Стоили они... Ну, здесь я сдам. Цену укажу, сколько в рублях они стоили в этот момент. Ну и ссылка будет в описании. Довольно-таки хорошие, плотные штаны. Я думаю, зиму не замерзну. Ездить на велосипеде. Все. Ставьте лайки.